Красновская школа начала прием заявлений от родителей, желающих устроить детей в летний пришкольный лагерь. Списки должны быть сформированы до конца апреля. На сегодняшний день поступило уже больше 10 заявок. Александра Литкова заглянула в них и пообщалась с теми, кто это лето проведет весело и интересно. Пятиклассница Марина Самсонова – одна из первых, кого записали в школьный лагерь. Признается, с радостью ждет открытие очередного сезона. По словам школьницы, проводить время на детской площадке гораздо интереснее, чем просто сидеть дома. Там очень интересно, много времени проводим на улице, играем там в лапту, театральные постановки делаем. Иногда ездим в город, у нас там хорошее питание. По распоряжению Управления образования округа прием заявлений в этом году начался на месяц раньше. До конца апреля все дети уже должны пройти необходимое медицинское обследование. У нас различные направления. У нас экологическое, у нас спортивное, да, патриотическое воспитание. Мы стараемся во всех направлениях стараемся работать. Как и в прошлые годы, местом отдыха и досуга детей станет пришкольный интернат. Сложным для руководства образовательного учреждения стал кадровый вопрос. Среди учителей Красновской школы немного желающих работать летом. В летний период времени работать очень сложно, потому что ответственность огромная за детей. И здесь еще сложность какая, чтобы как-то людей созвать, как-то стимулировать их оплата. Оплата маленькая, господи. Три педагога все-таки согласились на летнюю подработку. Пришкольный лагерь будет работать с 9 июня по 5 июля с 9 утра до 3 часов дня. Александра Литкова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».